acest pământ, cât de mult aș urma. Niciun cuvânt n-ar legăna mai frumos vocea mea. Tu ești ceană de flori ce să ni fără nori. Moldova mea, nu aș putea să te uit cum să uit. Moldova mea, tu ești lăcașul nostru pe pământ. Moldova mea, cu Eminescu în sol și cântam. Moldova mea, cu Eminescu iubeam, doar cu tine s-o casă. Vântul privea când în numele tău s-a răscumpă și eu îți închid cântul meu. Moldova mea, nu aș putea să te uit când se uit. Moldova mea. Всем добрый день! Огромное спасибо, что вы собрались и пришли на встречу с Ренатом Усатой. Пан Георгиевич. Спасибо. Буназио, Окница, всем добрый день. Очень рад оказаться здесь после долгих лет отсутствия, потому что Окница, хотел бы сказать, что это не чужой район для меня с детства. Некоторые из присутствующих, возможно, знают. Мой дедушка всю жизнь прожил в селе Липник. Мама у меня с Радимар. Поэтому Окница, Дандюшана, скажем так, я здесь провел свое детство. И очень много теплых, положительных эмоций, потому что детство у нас было нормальное. Мы были выращены и воспитаны на нормальных традициях. Тогда с бородой никого не пускали на Евровидение. Мы выросли на Чебурашках и, ну погоди, выросли нормальными детьми. Несмотря на то, что многие сегодня политики пытаются назвать это годами советской оккупации и так далее, надо еще разобраться, что является оккупацией. Сегодняшнее правительство, которое, в принципе, заставило меня вернуться домой, потому что многие из присутствующих знают, что на протяжении последних 10 лет я прожил в Москве, уехал туда, как многие из вас присутствующих, уехал молдавским гастарбайтером, поэтому по сегодняшний день не стесняюсь себя так представлять, причем на любом уровне, потому что, когда выходишь на Киевский вокзал с двумя сумками одежды и в туфлях, прошитыми леской, и понимаешь, что надо выживать. А для того, чтобы выживать, это по 8 человек жить в одной комнате, это работа по 15 часов в сутки и так далее. Но вы знаете, когда я, как человек, у которого родители учителя, я был воспитан с детства в таком духе, что если ты можешь помочь человеку и не помогаешь, то это является, наверное, моральным преступлением. Но когда я вижу, что я оперирую 100 детей в год, заболевает еще 10 тысяч, я помогаю 3 тысячам человек, в помощи нуждается 500 000, если не 1 000 000 граждан Молдовы, я принял для себя решение вернуться домой для того, чтобы поменять кардинально и развалить весь кумматризм, который в Молдавии существует последние 20 лет. Сегодня
Мы являемся оппозиционной партией, которую запрещают в молдавских новостях. Сегодня мы, в принципе, наверное, даже занимаем первое место, потому что нас ни разу не показывал Молдова ОНУ. Каналы Плохотнюка нас показывали последний раз с Гришей Лепсом год назад в Бельцах на концерте. То есть сегодня нас исключили из новостей, нашу партию запрещают. С одной стороны, это расстраивает, а с другой стороны, это радует. Радует в том плане, что мы делаем все правильно. И как вы понимаете, если бы нас не боялись, если бы они не боялись того, что мы займем большое количество мест в парламенте, тем самым заблокируем их деятельность, то нас бы зарегистрировали, нас бы никто не запрещал, и мы были бы одной из партий, как я их называю, сбитых летчиков, которых очень много на молдавской политической арене за последние 20 лет. Сегодня у нас претензия к людям, которые руководят Молдовой, потому что ничего не изменилось в стране, конкретно за последние 15 лет. У нас каждая власть, которая приходит, она пытается доприватизировать то, что не успели приватизировать предыдущие. Все рассказывают про высокие зарплаты. Один даже рассказывал про пенсии кан Европа, чин сути ди Европилуны. Это было самое интересное заявление по пенсионным реформам. Но сегодня, когда коррупция поразила все органы власти, когда сегодня студенты учатся там, где родители оплачивают им обучение, сегодня, когда ты можешь лежать на тележке в больнице, на каталке, и на тебя никто не будет смотреть, пока не сделаешь буназио, сегодня борьбу с коррупцией показывают на тех же учителях, врачах, полицейских, которые плохо работали в предвыборную кампанию, хотя в первую очередь бороться с коррупцией нужно с теми, которые сегодня про нее больше всего выступают в своих кабинетах правительства. Мы сегодня выступаем первые в истории Молдовы, которые не боимся говорить о том, что мы пересмотрим приватизацию за последние 13 лет, потому что за эти 13 лет было украдено 80% всех государственных активов, которые существуют. Сегодня мы выступаем за кардинальное изменение. И мы выступаем за реальные реформы ЖКХ, потому что в каждом районе вода стоит у нас по-разному. Вот вчера был в Флорештах, оказывается, у них там самая дорогая, по-моему, там 30 лей или 35 лей за куб воды и так далее. Сегодня мы выступаем за то, что без хозяина, без, не побоюсь сказать слово, диктатуры, без Лукашенко-2 в нашей стране ничего поменять не получится. Мы будем жить дальше, слушать сказки про Принчипи и Валорь, про то, что подписав грабительский договор с Евросоюзом, это светлое будущее для Молдавии. Никто из них хотя бы из уважения к российским партнерам, которых они обманывают последние 15 лет, не побоюсь сказать, потому что здесь касается и предыдущей власти, когда кое-кто после разговора с американским послом отменил подписание меморандума Козака. Потом у нас Владимир Николаевич стал в 2008 году оляка проевропейским. Опять проблемы с алкоголем, эмбарго и так далее. Потом пришли вот эти умники, которые сегодня руководят страной. И использовали весь ресурс, который у них был в Москве, а ресурс у них был достаточный. Я во многих интервью говорил о том, что я все эти годы боролся за права граждан Молдовы в Российской Федерации. Я не стесняюсь говорить о том, что тот же Филат, которого я консультировал в течение там 3,5 лет по взаимоотношениям с Российской Федерацией, и в этот период было все в порядке. Но вы понимаете, они сегодня что сделали? Они настолько завели эти отношения в тупик. Каждая молдавская партия, они приезжали в Москву,
фотографировались с Путиным, с Медведевым, подписывали договора с «Единой Россией» о сотрудничестве, делали на этом себе предвыборную кампанию, особенно показывая северным районам, что вот партия, она пророссийская. Ну понятно, если были в Кремле, подписали договор с «Единой Россией». Потом у нас эти партии забывали про то, что они пророссийские, они становились у нас уже проевропейскими. Потом, самое страшное, это то, что те люди, которые сегодня руководят страной, поверьте, многие из них не хотели подписывать договор об ассоциации с Евросоюзом, но есть проблема, что счета и Филата, и Плохотнюка, и Владимира Николаевича Воронина, Сайдай Думнязаусанатати, находятся в тех же европейских и американских банках, где находились деньги Януковича. Сегодня я устал от того беспредела, потому что, несмотря на то, что в Молдавию, я 10 лет не жил в Молдавии, в Молдавию прилетал практически каждую неделю, и я знаю, что сегодня для того, чтобы решить реальную проблему с Российской Федерацией, которая привела к эмбарго, сегодня уже не выдаются патенты нашим рабочим около месяца. То есть сегодня фактически люди страдают от той бездарной внешней политики, которую ведут нынешние правители. Сегодня я знаю, что для того, чтобы сдвинуть, улучшить отношения с Российской Федерацией, нужно сделать одну очень простую вещь. Русских просто нужно перестать обманывать, потому что я там был на прошлой неделе, и я подымал, естественно, первый вопрос, который это был, это то, что происходит сегодня с фруктами. Это второй вопрос, это то, что касается граждан Молдовы. Ежедневно увеличиваются списки невъездных граждан Молдовы в Российскую Федерацию. И это для нас страшно, потому что сегодня никто из них не говорит, из руководства страны, что без денег наших соотечественников, без денег наших гастарбайтеров, молдавская экономика перестала бы существовать еще 20 лет назад. Потому что сегодня 1,5 миллиарда долларов в год – это те деньги, которые люди переводами через маршрутки, поезда, неважно как, но передают в Молдавию. И поэтому не было бы этих денег, я вам скажу, что ситуация в Молдавии могла бы взорваться еще 15 лет назад. Я вышел с инициативой, хочу посмотреть, как среагирует великий, могучий примар Киртуака Кишинева. Я вышел с инициативой перед Министерством финансов в Кишиневе, Минфин и Нацбанк находятся рядышком. Я хочу построить самый большой памятник в стране мужчине и женщине, памятник молдавским гастарбайтерам, без которого Молдавия перестала бы существовать. Это люди, которые оставили свои семьи, это люди, которые оставили своих детей. А кто-то, вместо того, чтобы перенаправить эти средства и развивать молдавскую экономику, они укрепляют свои счета за границей, потом их вызывает румынский или американский посол и рассказывает, что, ребят, врез, ну врез, трез, вот ас, лежа, не дискриминерий. Хотя, чтобы вы понимали, в парламенте, кто смотрел тогда онлайн, все депутаты как-то вот так голосовали, и каждый боялся показать свое лицо. Потому что там вызывают и говорят, как голосовать, там никто не спрашивает. Сегодня, когда они подписали договор об ассоциации с Евросоюзом, как мое любимое сравнение, это то же самое, как Христофор Колумб, когда открыл Америку, он дарил индейцам колокольчики и брал золото. Вот так же сегодня нам дали колокольчики, в результате этого украли суверенитет Республики Молдова. Сегодня надо это остановить. Я сегодня четко выступаю, первое, за отмену грабительского договора, который был подписан и ратифицирован с таможенным, с Евросоюзом. Сегодня я также хочу вам сказать, что я не занимаюсь пропагандой таможенного союза, потому что за 10 лет жизни в Москве, понимая определенные вещи, сегодня я считаю, что главная формула успеха – это нейтралитет Республики Молдова, и Молдова должна быть экономической площадкой, где Запад будет искать возможность сотрудничество с Востоком, а не полигон, где они будут мериться и показывать, кто сильнее. И сегодня, поверьте мне, что Российскую Федерацию позиция нейтралитета полностью устраивает. Сегодня я провожу опросы, то есть,
Меня интересует, например, сколько в Молдавии у нас граждан себя считают румынами, сколько считают молдаванами, русскими и так далее. Значит, когда я 2 недели назад в Германии в ихних новостях увидел, что по результатам ихних опросов у нас румынами являются, там, считают себя 50 или 60%, я смеялся. Когда у меня в опросах показывают, что максимум 6% граждан страны, обычно припрудские районы, то есть на самом деле они так себе считают. Я вижу в опросе, что молдаванами считают себя 70% граждан Молдовы, и я горжусь, потому что я считаю себя одним из них. Вы знаете, я думаю, что автобиографию рассказывать не буду, коротко пройдусь. И хотел бы после этого, у нас есть у ребят микрофоны, где я хотел бы попросить вас, чтобы у нас был все-таки не монолог, как на съезде партии Леонида Ильича Брежнева. То есть, чтобы вы задавали вопросы, как я говорил, для меня неудобных вопросов не бывает. Но чтобы закончить тему автобиографии, чтобы не было вот этих грязных спекуляций, которые сегодня они распространяют, потому что одни сегодня называют меня проектом Плохотнюка, потому что сегодня любого политика, которого покрасят цвет Плохотнюка, он умрет, не родившись, понимаете. Сегодня я слышу про то, что я уже стал в 35 лет бандитом, которому русская мафия дала деньги приехать в Молдавию. Да, вы знаете, мне возбудили 4 уголовных дела за неделю, месяц назад, но до этого у меня в жизни их ни разу никогда не было. Поэтому то, что я получил 4 уголовных дела за неделю, это говорит о качестве тех, которые давали эти команды. Сегодня я вижу эту грязь, что Ренат Усатый помогает детям, и в прошлом году отправлял, и в этом году, в принципе, не только отправлял детей с интернатов на море, которые никогда не видели. Они рассылают письма на предприятия к Ренату Сата, Жуты Копейки, Алкудынша Дуарми. То есть это просто, они уже просто обезумели. Понятно, что сегодня я, как человек, который не участвовал в приватизациях, все знают такие слова, особенно модные в Окнинском районе, как контрабанда спирта, сигарет, мясо и так далее. Я никогда этим ничем занимался. Никто из них реально ничего не может нам сделать. Поэтому сегодня, естественно, нас пытаются свалить любыми путями, в том числе придумывая эти сказки. Я окончил университет Олега Руссо в Бельцах. В 94 году, будучи школьником в Лештах, у меня родители учителя, уже говорил, взял первое место в Молдавии по английскому языку. Я горжусь тем, что у меня родители учителя. Работал в 2000 году в международном аэропорту Кишинев, поработал супервайзером. После этого 3 года проработал ведущим инженером комбината питания Молдавской железной дороги. Но когда наступил момент, что старшие руководители начали мне говорить, эту должность я занимал в 23 года. Говорит, Ренат, мы в твоем возрасте перроны подметали, ты уже командуешь. Ну вот так я стал безработным. И как тысячи наших соотечественников, я переехал в Москву. Этот город я любил с детства. Я с детства там часто бывал. Создал с нуля компанию, которая сегодня находится в Нижнем Новгороде, чтобы не было всяких спекуляций. В сентябре будет фильм про эту компанию, чтобы люди видели и не задавали вопросы, откуда деньги, не слушали те байки, пропаганду, которую они рассказывают. Сегодня горжусь тем, что наша компания является компанией номер 1 в России по производству и поставке твердосплавных инструментов для российских железных дорог. Горжусь тем, что у меня на предприятии средняя зарплата менеджеров 10 тысяч долларов в месяц. И у меня все ребята, не имея, но на шее кумовей, ездят на хороших автомобилях, имеют достойное жилье. Горжусь тем, что наша компания в 2008 году за инновации в этой отрасли получили грант президента России 20 миллионов рублей. То есть, в принципе, у меня была главная задача доказать, что то, что мне говорили даже многие в Москве в 2004-2005 году, что вы все молдаване можете быть только плиточниками и строителями. Я им доказал, что мы умеем класть не только плитку. И на самом деле это является, я считаю, одним из хороших достижений. Потому что поймите одну вещь, прийти сегодня чиновникам в Молдавию,
в тех условиях, в которых она находится. Это нужно прийти самодостаточным человеком, чтобы не зависеть от Ренат Георгиевича. Знаете, 10 тысяч долларов поменять и комиссаров на Дюшанах, за 50 тысяч надо поменять евро начальника таможни в Кагуле и так далее, чтобы не зависеть вот от этого курканизма молдавского. Четко сегодня заявляю, что не являюсь миллионером, как спекулируют многие там сегодня, там, что мультимиллионеры и так далее, но я зарабатываю легально 200-300 тысяч долларов в месяц, в отличие от молдавских чиновников, которые живут на телецентре. У меня все дома, автомобили зарегистрированы на меня, а не на Кумнатов, подставных лиц, офшорные компании и так далее. И я им четко сказал, почему они боятся. Потому что я сказал, что после выборов, если чиновники не докажут, откуда у него на двоюродную сестру оформлен Porsche Cayenne, дом на телецентре. У нас, несмотря на то, что Молдавия не имеет выход к Черному, вообще к морю, у нас некоторые чиновники уже себе покупают яхты. Понимаете, то есть они уже скоро, я думаю, начнут покупать уже космические ракеты. То есть люди обнаглели. И я не боюсь говорить о том, что мы это будем просто все отнимать. Есть 10 умников в стране, которые, пользуясь горем людей во многих селах, за бесценок скупали землю, либо кто-то заболел, либо кто-то умер. Я знаю многих примарей, которые работают на ту или иную партию и говорят, что нас умеет делей пиквота, что спуни бада проси. Потом они эти земли консолидируют и ждут 10 лет, пока она подорожает. У нас нет сегодня в Молдове земли, которая... У нас не так много земли для того, чтобы устраивать на этом бизнес 10 человек. Поэтому сегодня есть реально порядочные лидеры, которые пашут, берут огромные кредиты и на самом деле пытаются решить, помимо своих проблем, еще платят зарплаты многим людям, которые в том или ином селе трудятся в этих садах. Это есть порядочные лидеры. А есть негодяи, которые купили по 100 евро, потом перепродали за 500, а кто-то ждет, пока у нас начнет стоить 1500 евро. 3 года ничего не будут сделать с землей, мы это будем у них отнимать. Поэтому сегодня я предлагаю перейти к вопросам, чтобы у нас был более интересный диалог. Я уверен, что вопросов у вас, наверное, много. Спасибо. Ребят, передавайте микрофоны. Давайте я. Давайте. И первый раз в жизни хотела увидеть вживую. Спасибо. Хотела увидеть вживую первый раз в жизни гастарбайтера, миллиардера, наверное, да? Вот уже подержалась за него за руку. Я теперь уже кое-что о нем знаю. Я узнала больше о нем из аргументов и фактов из газеты, которые я выписываю и читаю. Вот и интересно же, да, увидеть человека, который из таких, как тут все, сделал себя настоящим человеком. Во-первых, он не только гастарбайтер и миллионер, ладно. Я боюсь, что люди подумают, что мы с вами договорились, понимаете? Я вас вижу в первый раз. Они мне верят. Люди в Окнице меня знают, они мне верят. Я ведь тут 40 лет была учительницей. Спасибо. Ну и теперь на пенсии я продолжаю тоже работать, но дома. Так вот, очень хочется, чтобы и в нашей Молдавии уже, где такой трудолюбивый, мирный народ, появились люди добрые, люди богатые. И главное, чтобы это были умные хозяйственники. Вот чтобы взял в руки, как он говорит, Лукашенко, да, как Лукашенко, взял в руки наше вот то правительство, которое нельзя и назвать так правительством, потому что президент – это кукла, теперь называют, да? Или его называют модным молдавским певцом Тимати, но это молодежь лучше знает. Да, а так, между прочим, когда меня спрашивали, кто этот, я так и говорила, пока выучила Тимофти, а он, кажется, Тимофти, а я тоже говорила Тимати. Так быстрее. Вы не ошиблись. Меня вчера в Флорештах спрашивали, извините, говорят, а вот у нас с Флорештского района 3 президента, вот объясните мне, почему, и почему мы им пишем письма, я вчера там пошел решать проблемы,
которые мы можем решать сегодня. В одной пятиэтажке начал менять крышу. Начали ребята там, заказали детскую площадку, решили вопрос там детского дома. Один-единственный детский дом в Флорештах. Президент страны, женщина мне говорила, 50 писем писала, причем он учился с ее мужем в одном классе. Даже не дали никакого ответа. Мы нашли вчера деньги для этого детского дома. Но на ответ, почему все три оттуда и почему ничего не делают, мне пришла вчера в голову мысль, что... Я говорю, извините, это вопрос не ко мне. Я же не виноват, что в советское время были аборты запрещены. Поэтому почему-то... Глубоко копнул. Ну хорошо, знаете, народ устал от недоверия. Кто не приходит во власть, тот только почему-то беспокоится о своем кармане, о своих кумовях, как вы говорите. А народу нужен хозяин, нужен человек добрый, нужен... Ну, беспокойный такой человек. Доброго не буду, извините. То есть сразу я привык говорить правду. Нет, потому что простым все равно вы будете добры. Так как у меня... Да, вы знаете, я хочу реально довести Молдавию как Белоруссию. Вы знаете? Сегодня говорят о том, что Лукашенко популист, что он только рассказывает. Но у нас в молдавских карьерах работают ихние самосвалы, в Кишиневе ездят белорусские троллейбусы, и молодежь знает, что Viber тоже придумали в Беларуси. Поэтому сегодня в Беларуси ситуация такая, что 20% населения Беларуси ненавидит Лукашенко, но 80% ему аплодируют, и я считаю это главным успехом в жизни такого руководителя, как он. Да, мы посадим в тюрьму человек 300 за полгода, и об этом тоже сегодня не боимся говорить. Потому что купринципе валуэр, повежьте и так далее, это вы меня начнете называть максимум через полгода, так как вы называете всех их. А я не хочу, чтобы вы про меня даже так думали. Поэтому мы пойдем политикой конкретных дел. Мы не будем рассказывать вам про то, что новый не требует, то я с ней приготим, со студием. Первым мы дуань с неприготим, а потом выберите нас еще на 4 года, чтобы мы что-то сделали. И чтобы вы знали, любой премьер-министр должен выходить с программой на год. Если через год то, что было обещано, в начале года не выполнено, премьер страны должен подавать в отставку. Это касается и их, и так будет у нас. Пункт номер два. Несмотря на то, что сегодня я в том числе имею два гражданства, я имею молдавское, имею российское, об этом открыто сказал, но сегодня любой молдавский руководитель государства, судьи, члены правительства должны быть только гражданами Молдовы. Потому что они имеют второе гражданство, они грабят, уезжают потом в ту страну, где имеют гражданство, и та страна их не выдает, и люди живут себе спокойно. То есть человек не чувствует, что он может быть наказан. Поэтому руководство страны должно иметь только одно гражданство. Это то, чего мы будем добиваться. И нам на это тоже нужно 3 месяца. Заодно автоматически будут уволены те же судьи Конституционного суда, 6 судей граждан Румынии. Но это нормально. А какой сегодня мы можем говорить юстиции? Вы заметили, я ему вопросов не задавала. А диалог получился. Но дело в том, что касается Белоруссии, это молдаване. Я хоть и не молдаванка по национальности, я учительница русского языка, который теперь не очень у нас в авторитете. Да, но дело в том, что надо дать рабочие места. Когда приезжал Воронин, я не хожу на такие парады. Но я была, меня пригласили на Воронин и сказали, что хочешь, то и говори. Так вот, я, если вы кто-то там был, помните, я сказала, что у нас было когда-то 7 заводов, а у нас теперь 7 банков. Но я же не знала, что его сын банкир, что я его обидела, оскорбила. Я сказал, что, вы знаете, север Молдавии всегда был красным, это знают все. Да. И, вы знаете, я в том числе поддерживал этих людей много лет. Хочу вам сказать, что в партии коммунистов есть очень много нормальных, порядочных ребят. Но им сегодня Владимир Николаевич ничего не дает делать этим людям. Он сегодня, там, то он договорится с Плохотником, придумает какую-то ситуацию. Там есть очень много порядочных депутатов, с которыми мы будем сотрудничать. Но первое заявление, которое я сделаю в парламенте, это я обращусь к Владимиру Николаевичу Воронину, как политику, на пути которого было много успехов и в 2 раза больше неудач.
CD-мом Букетти Флор, двукассетный магнитофон Шанкарла Вивары, потому что Владимир Николаевич просто заигрался. Это простое решение. Я даже согласен из тех 200 миллионов долларов, которые у него на западных счетах, оставить ему 2-3 миллиона долларов, чтобы он не говорил, что остался без денег на охоту. Поэтому это мы тоже предусмотрим. Ну да, у него есть, говорят, и свой лес, так что охота ему нужна. У него есть еще свои зайцы. Даже зайцы купленные. Значит, вопросы просто записали. Да, я просто хочу вам пожелать удачи, чтобы у нас было, не было войны, как в Украине, чтобы мы были мирными всегда, как мирный молдавский народ. Спасибо. Будьте здоровы. Спасибо. Так, меня. Помоги спуститься. Знаете, начали поступать вопросы, причем я даже понимаю, почему они поступают в письменном виде. Почему Дичея Республика Молдова, Адиспорот, Полиция Дитранспорт? Если коротко, то у Речана и Бодруга просто сгорел калькулятор на кнопку деления. Но если серьезно, вы знаете, сегодня вот те реформы, которые касаются МВД, я очень рад, что сегодня есть работники полиции, присутствуют на этом собрании, которые кто-то по гражданке, кто-то по форме, смотря кто какие указания получил с утра. Сегодня вот эти реформы, которые привели к тому, что из полиции сделали бейсбольную команду Соединенных Штатов Америки, когда опер должен работать в связке с прокурором, и полицейские понимают, о чем я говорю, офицер уголовного преследования, он сегодня не нужен. Сегодня, когда полицейский при задержании лишен всяких прав, прав больше у того, по ихним реформам, кого задерживают, чем у работника полиции. И не надо говорить о том, что в стране все плохие полицейские, сибовцы, работники Центра по борьбе с коррупцией. То, что сегодня приходят гражданские идиоты, вот Речан, он умеет рекламировать Кока-Колу. Я думаю, этим он займется после выборов, потому что кроме Кока-Колы и рюкзака я ничего у него не увидел грамотного за последние несколько лет. Сегодня КПЗ у нас белого цвета. Все вот эти шоблы, которые при Воронине, надо отдать ему должное, уехали за границу. Сегодня все у нас возвращаются, потому что в стране демократия. МВД у одной партии, прокуратура у другой и так далее. Я знаю, как бороться с преступностью. Я знаю, как бороться с теми же негодяями, наркодилерами, которые распространяют наркотики в университете. И порядок в стране можно начинать только с правильных реформ в силовых структурах, а потом заниматься Министерством экономики, сельским хозяйством и так далее. Поверьте мне, когда при задержании вот этих негодяев, которые грабят людей по ночам, пытают для того, чтобы получить деньги, когда при задержании одну такую группировку отправить в реанимацию, еще лучше на кладбище, поверьте мне, это будет уроком для всех, и в Молдавии все закончится за один месяц. Это намного лучше, чем клеить все по всей стране листовки «Молдова без наркотиков». В реанимацию 4 наркодилеров, хотя я не стесняюсь говорить, что слово «тинтерим», как говорят на молдавском, меня больше устраивает в этом случае. Потому что они калечат тысячи детей, с этого получает вся власть по вертикали, а негодяи, которые зарабатывают на этом деньги, они должны уйти туда же. Я говорю что, про то, что, к сожалению, есть и работники в правоохранительных структурах, и в правительстве, которые покрывают эти группировки. Я сегодня выступаю за то, чтобы у нас не было такого, как было 7 апреля, и не было 2 Украины. Сегодня в Молдавии должны быть полноценные спецслужбы. У нас сегодня СИБ, это, вы знаете, там можно плакать, как в этом фильме «Просто Мария» 20 лет назад. У них забрали следствие, у них забрали все полномочия. Сегодня у них им оставили прослушку и писать докладные, что хорошо и что плохо. То есть сегодня такие события, как 7 апреля и Украина, то, что увидели на Майдане, должны предотвращать спецслужбы. И поверьте мне, Янукович дал бы команду «Огонь» в первый день. Вот эти уроды, которые ходили за деньгами в американское посольство, делали молотовые коктейли. Новости по новостям бы показывали 4 дня, что убили 40 человек, но убили бы негодяев-предателей, вот это быдло, не побоюсь сказать, бандиты, наркоманы, которые организовывали Майдан. Потому что потом начали гибнуть простые гражданские люди, и там уже никто не разбирался.
Это то же самое, как сегодня про Приднестровье. Если в 92-м году, а готовить эту ситуацию, предусматривать нужно было еще, наверное, в 90-м, агроном Мирча Иванович Снегур отправил бы 4 УАЗика специалистов ночью, сегодня бы не было Приднестровского конфликта, понимаете? Он просто бы не существовал. А у нас пошли дальше сказки. Шапки плюс дой, ноу плюс дой с предыдущей. 20 лет мы это слышим. Проели, пропили кучу денег. На эти деньги можно было открыть метро Кишинев-Тирасполь. И это ни к чему, к сожалению, не приведет. Поэтому сегодня некоторые вещи из того, что я говорю, могут показаться замашками диктатора, как кто-то говорит, радикальными. Но без этого мы в стране ничего не поменяем. Поэтому касаемо, почему нету транспортной полиции, там много чего нету. И когда выделялись деньги на реформы юстиции, на реформу силовых структур, когда девочки в Минюсте западными специалистами писали эти реформы, то есть никто не спрашивал опера, скажите, а вообще вот правильно вот этот бред, который мы придумали? Потому что сегодня у оперов прав нету никаких. Значит, мы знаем, как это делать, и мы начнем именно с порядка в силовых структурах, потому что для того, чтобы потом то, что я вам говорил про посадки, засидки для некоторых, и так далее, это нужно иметь очень правильные спецслужбы. Да, нам сегодня не нужна молдавская армия в разрез. В армии в Министерство обороны она нам не нужна просто. Нужно оставить духовой оркестр и почетный караул. Чем мы будем иметь то, что мы имеем сегодня, я считаю, что лучше эти деньги тратить на реальные силовые структуры, от которых есть какая-то польза. Есть вопрос также, там был указан, почему в Окнице 7 заводов закрыли. Ну, потому что вы все видели, что происходило за последние 20 лет, поэтому это вопрос точно не к нам. Но сегодня, чтобы вы понимали, не возродив экономику, не возродив систему среднего технического образования, вот с чего надо начинать. Не с договоров со всеми странами. И вот эти байки, что вы видите, каждый раз премьер-министр, президент прилетает в аэропорту, брифинг, Ам-17, аккорду Кутари, подписали договор о дружбе экономическом. Они все не работают, вот эти сотни договоров. Лучше пусть придут с одним, но работающим, понимаете? Потому что все это имитация. Так же, как правительство имитирует оказание помощи сельскому хозяйству. У нас это просто имитация всего. Сегодня мы не можем говорить о нормальных пенсиях. Я говорю это со всей ответственностью, потому что в экономике любой страны на одного пенсионера должно быть минимум 5 работающих людей. Если их меньше, то уже в экономике происходит дисбаланс. У нас в стране, и это вам министр экономики должен рассказывать, а не те байки, что они говорят. У нас в Молдавии на одного пенсионера 1,5 работающего. О каких пенсиях мы можем говорить? О каких специалистах мы можем говорить, когда закрыты все училища, все техникумы, которые в год давали тысячи сварщиков, строителей? То есть у нас были профессиональные рабочие, которых сегодня нету. Сегодня мы имеем учителей, которые стали плиточниками, и имеем врачей, которые стали сварщиками. Вот это наши дипломированные специалисты. Вадик Апулор. Этого никто не говорит. Поэтому полгода нужно на реформы среднетехнического образования и возродить эти училища. Ни один инвестор не придет в Молдавию, ни русский, ни европейский, ни американский. Они всегда хотят видеть стабильную экономику, и они должны видеть, что в Молдавии есть тысячи квалифицированных рабочих. У нас сегодня нету вот эти байки, в Молдавии самая дешевая рабочая сила и так далее. Да, к сожалению, это так в некоторых случаях. Но если говорить про дипломированных специалистов, они в Молдавии практически отсутствуют. Сегодня Политехнический институт в Кишиневе у нас имеет факультет конструктор-модельер одежды. У нас выпускают Юдашкиных, но сегодня нет училищ, которые обучают элементарных швей. Поэтому сегодня из-за того, что мы являемся, к сожалению, государством без выхода к Черному морю, у нас нет природных там полезных ископаемых, газа, нефти и так далее. Но сегодня, чтобы вы знали, что поднять молдавскую экономику, главным университетом страны это должен быть политех. А у нас родители всех отправляют на юристов, на экономистов, и потом они идут работать в Москву барменами. Понимаете? То есть поэтому сегодня политех, IT, люди связаны с научной деятельностью. Поверьте мне,
Я знаю, что у нас есть очень много талантливых детей, поэтому я объявил стипендию, кстати, в этом году Рената Усатова. С каждого района Молдовы я беру по одному ребенку, плюс Кишинев, Бельцы, там, Камрад. Каждый год я беру 50 студентов, оплачиваем образование и выращиваю настоящих патриотов и настоящую команду, потому что это, знаете, как орехи. 5 лет ждешь, зато вот как пойдет выпуск каждый год после 5 лет. Мне это очень приятно, что вырастут специалисты, которые получат путевку в жизнь. Поэтому я это буду развивать. В Казахстане Назарбаев 2000 человек отправляют в год. 1000 в зарубежные вузы, 1000 в казахские. И только так можно что-то рассчитывать и делать реально. По-другому это, ну, просто пустые слова. Здравствуй, Ренат. Я, наверное, один из всех, ну не всех, больше я тебя знаю, чем кто-либо. Это с момента рождения, правда? Радиомары связаны. Ну да. Я хочу тебе задать провокационный вопрос. Поэтому ты будь готов и постарайся ответить достаточно ясно. Ты говорил о том, что, ну прежде чем задать вопрос... Да, говорил о том, что ты в состоянии решить вопрос о том, что попасть в парламент. Да. Если ты пойдешь один, как независимый, что от этого изменится там? Раз. Второе. Если ты пойдешь в парламент, то есть в парламент, в правительство, депутатом, если ты пойдешь с командой, то по опросам, ну, где-то больше 6%. 6%, 7%, это человек 13. Ну, это устраивает. Наверное, и избиратели, и тебе. Ты говорил много о том, что решишь вопрос с правоохранительными органами там и так далее. Как ты это сможешь, если они объединятся, ну, в смысле правящей партии, и ты окажешься обратно в оппозиции? Вот это такой у меня вопрос. Спасибо. Значит, первый вопрос, что ты делаешь один? Анатолий Михайлович, извините за наглость, но независимым я мог пойти еще в прошлый раз. Просто идти одному независимым – это несерьезно. Поэтому сегодня они запрещают нашу партию. Они ее до сих пор не зарегистрировали. В следующий раз, чтобы как-то хотя бы разбудить этих в правительстве, мы проводим съезд партии Рената Усатова 23-го в субботу в Кишиневе. Я уже на съезд партии пригласил Григория Лепс и Лободу из Украины, чтобы, понятно, на съезде будет минимум 50 тысяч человек, а там посмотрим, какие... чем закончится этот съезд партии для них. Для нас он закончится нормально. Сегодня говорю открыто о том, что если не зарегистрируют со второй попытки, то сегодня есть готовые партии, из которых будет создан предвыборный блок под названием «Блок Рената Усатова». И Минюст к этому не имеет никакого отношения, поэтому мы идем на выборы любыми путями. Это два. Пункт номер три. Пройдя в парламент, вы правильно говорите, имея 13 мандатов, что мы сможем делать? А это простая математика. Сегодня все партии справа, как я их называю, это Демпартия, Либерал-демократическая партия, и партия руководителя кружка «Умелые руки» Костюжанской больницы Михаила Федоровича Гимпу, значит, они на всех имеют 40% примерно. Значит, такая же ситуация у коммунистов слева. То есть фактически сегодня наша партия, набрав вот то количество мест, которое вы назвали в парламенте, получив то количество мест, мы получаем блок-пакет, без которого они не увидят ни председателя парламента, ни премьер-министра. Значит, давайте допускаем тот вариант, который сегодня разрабатывают американцы. Американцы после выборов, они сейчас делают опрос, они заказали исследование на тему, как люди среагируют на коалицию демократы, либерал-демократы Филат и коммунисты. То есть такой вариант американцы сегодня готовят. И вы должны помнить заседание парламента, когда ратифицировали договор, подписанный с Евросоюзом. У нас в зале остался только депутат Петренко. Почему? Потому что Владимир Николаевич, когда ему позвонил один из его старших товарищей, сказал: Владимир Николаевич, партия коммунистов должна четко высказать свою позицию в парламенте, потому что ваши голоса ничего не решают, но вы должны выйти к микрофону со всеми депутатами и сказать: партиду коммуништилор, есть и контра, аккордулы ко униуня европяна. Воронин у нас вышел с депутатами из зала, дал всем команду, ребята хотели остаться, очень многие. Почему? Чтобы потом, если он же у нас опять чуть-чуть проевропейский, был за таможенный союз, пару месяцев назад стал уляка проевропейским, и Владимир Николаевич Воронин
потом скажет европейцам, а партия коммунистов не голосовала против евроинтеграции. У нас даже в зале не было, был только Петренко один. Вы о чем говорите? Понимаете? Поэтому его эти все старые штучки мы проходили. Да, сегодня очень неприятно для меня, если будет создана на самом деле коалиция между Филатом, Плохотником и Ворониным, потому что не исключив этих трех человек из молдавской политики, в стране ничего не получится поменять. Я как говорил, и у нас не просто девиз «Сила правды», Филата на площадь, как Буратино, пока не вернет все за 2 года, награблено. И поверьте мне, слава Богу, с информированностью у нас все в порядке. Я знаю, что у него где лежит. Такая же ситуация с Плохотником и такая же ситуация с Владимиром Николаевичем. Потому что, к сожалению, очень многие депутаты, которые нормальные, не могут работать, их вечером зовут. Воронин пойдет переговорить с Плохотником и говорит, так, завтра голосуем так. Никто их не спрашивает, хорошо это, плохо и так далее. Поэтому, если мы уйдем в оппозицию, я лучше уйду с высоко поднятой головы в оппозицию. Люди никогда меня не обвинят, что ага, усатый сделал союз с Плохишовым, с Филей и так далее. Я буду решать вопросы в оппозиции, неважно, это проблемы молдавских гастарбайтеров в Москве или в Италии. Это уже имея, будучи официальным представителем государства, даже как лидер фракции в парламенте, поверьте мне, я быстрее договорюсь и с американцами, которым я сказал, будете лезть во внутренние дела Молдавии, попытайтесь сделать мне, повторить 7 апреля, я из американского посольства сделаю караоке или ресторан. Потому что сегодня никто из них не может меня шантажировать, у меня никогда не было европейских счетов, офшорных компаний и так далее. Поэтому лучше быть в оппозиции, чем вы меня все присутствующие и все граждане страны начнут называть так, как вы называете их сегодня. Хотя я сегодня даже на пресс-конференции говорил, все, сегодня в либерал-демократической партии существует проблема между Филатом и Лянко. Часть депутатов поддерживает Филата, часть Лянка. Я делаю все возможное и невозможное, чтобы из партии Филата стало 2 партии. То есть пусть они пока поделятся для начала. И я им готовлю очень много сюрпризов, Анатолий Михайлович. А вы знаете, что я еще с детства был творческим ребенком в Радимарах. И я им покажу дондюшанские, окнинские и фалешские шахматы. Потому что я в детстве играл в шахматы, а Филат не умел играть даже в цурки, понимаете? Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемый Ренат. Здравствуйте. Да, здравствуйте. У меня вот к вам такой вопрос. Была затянута тема по поводу пенсионеров. Почему я обращаюсь по этому поводу? 10 лет назад я попал в ДТП. В результате я остался инвалидом первой группы. Я не могу ходить. И государство мне выделило в то время 70 лей. Ежемесячно. За последние 10 лет я дошел до 147 лей в месяц. Как бы я понял, что там на одного пенсионера 1,5 рабочих, ну, это все понятно. Но случилось так, как случилось. Я не первый. И дай бог, чтобы я был последним. Но обидно, почему... Если с нами случилось так, получается, что мы никому не нужны, и никто не борется, никто не старается. Я писал, обращался в Кишиневе, ко всем. Так положено. И такой вопрос. Есть какие-либо у вас планы за счет таких людей, как я? Спасибо большое. Вы знаете, сегодня такие люди, как вы, мало того, ветераны Великой Отечественной войны. Я разделил ветеранов Великой Отечественной войны в стране на регионы, потому что я не могу всем помочь в один день. Одних я поздравляю 9 мая, других 23 февраля, Новый год и так далее. Я находил зимой ветеранов, которые без стекол живут в домах, и он лежит вот на кровати. И ребят, ну там просто заходишь и сразу плачешь, понимаете? То есть сегодня минимальная пенсия должна быть равна цене реальной потребительской корзине. Не той корзине, что они посчитали, что человек должен выжить за эти деньги. Вот нужно посчитать реальную картину, реальную корзину, и эта корзина должна быть у всех пенсионеров, тем более у инвалидов. Будет вопрос, усатый, где ты возьмешь на это деньги?
Вопрос очень простой. Ответ очень простой. Сегодня все говорят, яко врем звайжутем, да на вимбанем будет. Сегодня я вам скажу, только дав по рукам и сделав реформу МВД, СИБа, прокуратуры, только дав по рукам, прекратив грабеж, который происходит, молдавский бюджет сразу увеличивается в два раза. Потому что сегодня некоторые чиновники, чтобы заработать 10 тысяч долларов, он идет на то, чтобы ущерб государству был миллион, главное, чтобы он успел 10 тысяч заработать. Сегодня, когда у многих министров зарплата 10 тысяч лей, а вы все понимаете, что это, ну, там есть другая зарплата, которая миллион долларов в месяц, особенно в министерствах, связана с финансами, с финансово-экономической деятельностью. Так вы знаете, я лучше посажу гражданина Швейцарии, дедушку привезу банкира, которому буду платить 50 тысяч евро в месяц зарплату, если надо, из своих. Но к нему никто не зайдет поздороваться, подписать себе приватизацию какую-то очередную. Я буду платить 50 тысяч евро швейцарцу, чем буду слышать и получать записки из СИБа о том, что министр на контрабанде зарабатывает 1,5 миллиона долларов, понимаете? Поэтому лучше 50 тысяч евро от меня, чем 1,5 миллиона из бюджета. Сегодня я говорю о том, чтобы появились у нас дополнительные деньги на решение всех проблем. Сегодня вам никто не рассказывает про внешний долг Молдавии. А это сегодня мы платим проценты 60 миллионов долларов в год, проценты за обслуживание внешнего долга. Если мы закажем аудит, а аудит мы будем заказывать у тех, кто нам эти деньги давали в долги. Я вам скажу, стимация европейцы, американцы, сделайте ревизию, сколько денег из этих было украдено, сколько было нецеленаправленно израсходовано. И давайте я выйду ко всем гражданам Молдовы, проевропейским, пророссийским, прорумынским, и скажу, уамень-бунь, мы платим лишних 30 миллионов долларов в год процента за деньги, которые мы даже не видели. Их распилили часть европейцев, а часть постарались наши члены правительства. Вот вам еще 30 миллионов долларов в год. И я могу это рассказывать бесконечно, потому что эти вещи должен рассказывать вообще министр экономики. Самое страшное, чтобы вы знали, вот почему я резко принял решение вернуться в Молдавию, создать партию и так далее. Запомните мой прогноз, чем бы не закончился для нас этот предвыборный год. Сегодня Молдавия должна более 6 миллиардов долларов. Американцы оценили нашу страну в 7 миллиардов. Задача сегодня до 2017 года довести Молдавию, чтобы Молдавия начала внешний долг, чтобы был выше стоимости государства. И тогда вы услышите новую сказку. Стимас молдовень, сентецу на тюни. Фарти корректы, фурмасы, кутрадичи, шашама департи вами господарь. Вы сегодня не можете стать членом Евросоюза, потому что мы не расширяем границы Евросоюза. И это соглашение у них подписано, и вам должны были его показать премьер-министр перед тем, как ратифицировать этот бред. Вам это не показали. Но вы сегодня можете рассчитывать на евроинтеграцию. Кредиты вы больше получать не можете, вы государство банкрот. Но через присоединение к Румынии это ваш единственный путь в Евросоюз. А чем я приеду в 2018 году и будут ходить мне по улицам румынские жандармы Сарумына Джику, Сарумына Петре, то лучше я не доживу до этих лет, понимаете? Поэтому сегодня мы идем в последний бой. Я ничего не имею против граждан Румынии, против граждан США. В конце концов, Франция депести прут. Чорбати, бурты у них есть как минимум, МИЧ, еще что-то там они умеют. Но так как внешняя политика Румынии, они делают, это площадка Соединенных Штатов Америки, многие люди про это знают. И когда господин Басеску выходит с заявлениями, у Ниря Республики Молдова к Румынии есть ун один сарченили принципали, а политичи мели пентру витори и так далее, и многие над этим смеются, вам не должно быть смешно. Потому что в 2017 году будет очень грустно. И сегодня фактически ключевая проблема, это мы должны любыми путями отстоять наш нейтралитет, мы должны создать условия для инвесторов, мы должны решить то, что я вам сказал перед этим, чтобы сдвинуть хоть как-то с мертвой точки. А самое главное, вы знаете, некоторые мои акции будут вам казаться, может быть, жесткими или незаконными, но, вы знаете, без этого ничего в стране поменять не получится, к сожалению. И либо я должен вам рассказывать сказки, либо выходить жестко и решать вопросы. Я понимаю, что европейцы за эти заявления
за то, что часть из того, что я вам рассказываю, это засекреченные документы. Меня сейчас сделают невъездным в Европу. В Соединенные Штаты Америки, я слышал, мне там то ли аннулировали, то ли хотят аннулировать визу. Вы знаете, Лукашенко тоже никуда не выездной. Ничего страшного. Буду ездить к Александру Григорьевичу Лукашенко. У нас будет скоро встреча. У меня к нему первый вопрос. Познакомить меня с его председателем КГБ и министром внутренних дел, чтобы мои первые шаги по Молдавии были безошибочными. И поверьте мне, после этой поездки все молдавское правительство будет сидеть с компрессами на голове. То есть в этом вы можете не сомневаться. Спасибо. Алло, домнул усатый. Мы тот принцип мио фост радикал были репрессированы в 49-м году, признавшись кулаками. И мы все дети там родились. Я инвалид второй группы, получаю пенсию. И, значит, дети, когда были высланы эшелонами в Германию, так, они получали от России очень большие компенсации. А я получаю к пенсии только 100 лей в месяц. Вот на этом фоне что-то предусмотрено или нет? Все люди, которые пострадали от репрессий, в жизни каждого государства есть свои личности, да? В Румынии это был Антонеску, в Германии Гитлер, в Советском Союзе был Сталин. Пострадало очень много людей, пострадали невинно. Но я хочу деполитизировать эту проблему, потому что у нас сегодня чуть что сразу выходит Миша Гимбу после капельницы или перед капельницей, советские оккупанты, Винколон Куачи и так далее, и так далее. Сегодня пострадали разные люди, о них нужно заботиться, не разделяя. Так же, как я ненавижу этих негодяев за то, что они выходят, ходят с Эдимонтом и Кишиневу монументу, солдат Руш, Карева и Либерат Кишиневу, с пуни монументу Лимби Румыни. Я ничего не имею против румынского языка. Давайте сделаем монумент Лимби Румыни в 100 метрах от того памятника. Давайте в Лепканах сделаем памятник украинскому языку, в Гагаузии гагаузскому. Но когда снимается один памятник, чтобы заменить его другим, это для того, чтобы вас всех отвлечь по телевизору от реальных проблем в экономике, в социальной сфере, пенсии и так далее. И вам придумывают вот такие котлеты, понимаете? Сегодня я ненавижу людей и не хочу слышать это. Молдаване колхозники, это русские сволочи, Руши, Марсы и Сибири. Мы жили в этой стране нормально. У нас многонациональная страна, в которой живут русские, молдаване, украинцы, румыны, болгары. И мы должны быть дружной страной. И все люди, повторяю, которые пострадали, неважно при каком режиме, они должны получать одинаковую защиту от государства. А не так, что, ага, пришли эти у нас проевропейские, давай закрывать русские школы, отправлять детей в молдавские. Вы знаете, сегодня, если в северных районах нужны 20 школ русского языка дополнительно, их нужно открывать. Если в Неспоренах, Унгенах понадобится чинч-личей, где Лимба Молдовняска, Саушазевчинч, давайте их откроем. Но не надо заставлять людей делать так, как они хотят. Поэтому примерно так. Мама мне уходит в пятом пазочном, она была выслана вместе с моим отцом. Моей сестре было 1.5 месяца. Она ехала из Тюменской области, мы все родились. Значит, 3 месяца в Столыпинские вагоны, для которых делал бывший премьер-министр России. Так как? Так я вам объясняю, что вы говорить о том, о жертвах репрессий, касающихся советских времен. Поэтому я вам отвечаю, что эти люди должны получать достойную компенсацию, так же, как и другие репрессированные, неважно при каком режиме, понимаете? То есть сегодня, или вы что хотите услышать, что мы должны обратиться к Российской Федерации, чтобы президент России выделил материальную помощь, а выделение этим людям? Да, но для этого с русскими надо для начала хотя бы начать разговаривать, а не фотографироваться перед ними в предвыборную кампанию для того, чтобы дурить русскоязычные районы. Куда же не мино дискутат панакума? Фикса шаг умею о ратификат, шо 17 аккорду, де сучьери куньюня и орупяны, и на эти диаста и рау облигац.
ка прем'єр-міністру Республіки Молдова, împreună cu Тімотіш, cu вручин 6 міністрів, с Мяргом Федерації Руси, должны были создать межправительственную комиссию и сказать: уважаемые руководители Российской Федерации, мы подписываем договор с ЕС, понимаем, что вам это не нравится, давайте обсудим, что нас ждет, какие меры нам нужно предпринять, потому что вполне логично, что после этого последуют какие-то санкции. Никто даже не позвонил русским сказать «Хадис няшадзам саврубим», потому что надо как-то из этой ситуации выходить. И когда в день подписания они выходили и говорили о том, что подписание договора с ЕС ни в коем случае не навредит молдавско-российским отношениям. Но это было смешно в первый день. И на что они рассчитывали, потому что они туда даже не поехали переговорить по телефону. Шакридецем, а конечно, он требари, где на честь, кари, инклюзиваста, кари, мяцпусами, думневастрими, но свой дискутат. Да, я есть и посибилы, дяфи дискутаты, да развоспонному думневастры, к мадук 53 луин ламоск, ваш хотерас кантребаре, а с насамных с воспом повешку, воспоспанному долзиздянь. Вот это когда у нас будет формула, почему сегодня я также выхожу и пока молчу на тему эмбарго на фрукты, которые имеем в России. Я поднял вопрос. Сегодня попросил не то, что многих политиков, уже даже пошел просить артистов. Я говорю, послушайте, может быть, как-то окажетесь там, вот спросите реальную позицию и так далее. Значит, насколько я понимаю, то ли будет единое окно через Гагаузию, то ли будет что-то решено на севере Молдавии. В ближайшее время, как будет четкая информация, я сделаю официальное обращение, скажу, что, ребят, сегодня вопрос решается таким-то путем, либо он не решается, объясню, почему не решается и так далее, и так далее. Чем выходить вам, рассказывать там какие-то баки про... Добрый раз. Да. Мои родители, когда были репрессии, мы признали кулаками в 49-м году. У отца было 7 гектаров земли, да? Признали и моего дедушку кулаком. Туда. Вернули только 1 гектар, а 6 гектаров вернули. Ну, послушайте, да, сегодня, если говорить, я понял, про что вы говорите. Куавут шепти гектар и он торс на мауну. Сегодня, если мы восстановим карту тех лет, то мне сейчас надо просить Татарбунар Приморск, обратный выход Черному морю, то есть не только ваши 7 гектаров. То есть потому что у нас был выход Черному морю, вы все это помните в истории. То есть трески да конентуарчем лахарта дисприкари ворбез думевастра. Трес ворбим ж диспри о партии ген территории кариаста сяфлы территория Вечине Лорде Румыния, Шашама Департия. Дико, ну это рассказывать про то, как зовут шапти гектари, ампадзе шесы, шансамнак требаста совет стот шапти, пьюну сангата. Миша гимпу пачи богата. Миша елый справа фарти путерник. Миша интанки, у него всегда есть жокер. То есть поэтому... Задавайте в микрофон, чтобы все... Где микрофон? Вчера вечером господин Бубаков, министр хозяйства, выступил по телевизору, там давал интервью журналисту, что господин Бумаков вчера вечером в интервью там журналистке обвинил две партии, что председатели этих новых партий, которые создались, обвинил, что они съездили в Москву и попросили, чтобы Москва запретила на ввоз не вин, а яблок и слив. И когда-то журналистка спросила его: скажи, руководители этих партий, понимаете, которые... Я знаю, но я не могу. Почему тогда они боятся это сказать в глаза? И я хочу спросить, кто руководители этих партий, которые ездили и спросили? Вы знаете, я слышал про эту историю, в том числе слышал в Москве неделю назад, что кто-то постарался, создал эту проблему для того, чтобы ее якобы потом самому решить в октябре месяце и приехать к вам на белом коне. Я передал председателям этой партии и говорю вам со всей ответственностью, если эта информация подтвердится, я знаю, о ком идет речь, но я сегодня не хочу,
Я не хочу их называть, потому что у меня нет аргументов. Потому что, в отличие от Бумакова, как я могу сегодня обвинить людей и скажу, что усатый себе делает себе рейтинг за счет того, что гасит другие две политические партии. Вот если я получу подтверждение, что хотя бы один из них замешан, вот на встрече с избирателями я возьму кусок забора и отправлю его в реанимацию за вот эти политические интриги, понимаете? И тогда вы узнаете название этой партии. Но пока у меня нет аргументов, я не хочу сегодня его оскорблять, не имея 100% гарантий. Я не их адвокат, и я был бы сегодня перед вами реальный политик, он бы вам сказал, ха-ха, уфу, сначала, ши Дудон, ши Формузал, ши Усатый, ши Нурчичини и так далее, вам могут назвать 10 партий. Я не хочу назвать, буду иметь основания, это будут показывать все телеканалы. Потому что я, если имею контакты, и у меня бизнес связан с российскими железными дорогами, то я что должен был? В Брянске остановить все молдавские поезда, я мог их остановить 2 недели назад, понимаете? Но от этого же страдают люди, а не эти идиоты, которые довели сегодня страну до такого бардака и беспредела. Поэтому сегодня я себе этого никогда не позволял, а те, которые хотят заработать рейтинг себе перед людьми, создавая проблему и сам потом ее решает, вы увидите, как я с ними буду решать вопросы. Но оскорблять без основания это неправильно. Если я сказал, что у Воронина 200 миллионов долларов в австрийском банке и в американских компаниях, значит я отвечу за это, я ему сказал, пусть он меня не пугает судами и так далее. Если я назвал Филата и Ефрима двумя там пи-пи-пи, есть видео в интернете, кто-то может быть видел, я этого не стесняюсь, и я еще подал в суд, я попросил определение Буйканского суда, чтобы он мне дал, Филат и Ефрим являются двумя пи-пи-пи или нет. Сказал, пусть справки приносят от врачей и так далее, понимаете. Поэтому сегодня наговаривать это неправильно. Сегодня, когда они там выходят, есть ролики в интернете, где Ренат Усатый ругается матом по телефону, какие-то мои разговоры там 5-летней давности. Есть видео, где Ренат Усатый ругается матом. Вы знаете, я матом буду ругаться даже в правительстве, круглосуточно. Главное, чтобы люди в 2 раза меньше платили за отопление. Пусть это будет самый большой недостаток, понимаете? Ребят, передавайте микрофоны. Не... У вас что, был Кашпировский вчера? Просмотрю, все молчат. Я, кстати, поэтому не хожу в западные посольства. Они приглашают меня на встречу. Я говорю, приходите ко мне в офис. Сейчас вы мне поставите кого-нибудь Кашпировского, а завтра выйду, скажу, что люблю Америку. Поэтому до выборов я не хожу ни в одно западное посольство, на всякий случай. Здравствуйте. Меня зовут Саша. И насколько мы переписывались, вы поддержали нас с города Таки. И... Вы с Дандюшан, да? Нет, за так. Не, ну вы не с Дандюшан? Нет. Ну я с вами по телефону разговаривал? Да. Понял. Что-то помню, значит. Вот видишь. И насколько мы уже знакомы, по телефону, в переписке, вы нас поддержали, когда мы собирались технику всю в сторону Кишинева. У нас было 300 человек, которые вот против этого все сельскохозяйства, против, что нам запретили, как вот человек говорил, против эмбарда. Мы поехали до Бельц, доехали, конечно, ждали там 2 дня, чтобы подъехали в другие районы. На жаль, нас никто не поддержал. Но насколько вы нас поддерживаете, мы общались, я хотел бы узнать ваше мнение. Мы правильно это делаем? Лянки приехал к нам, да, после того, как он поехал у Единиц, там решил некоторые тот же самый вопрос, он говорил. Он приехал минут 15-20 с нами пообщался. Обещал нам море там, что да, там, что отходы будут дороже, тут сюда, полей 50 слива. Оказывается, все наоборот. Что было отходы по 65 бань, упало на 40 бань, на 30 бань уже падает. Заводы закрываются. Зачем врать просто народу? Я не могу понимать. Вот ответьте вы. Вы знаете, сегодня вы прекрасно знаете, кто контролирует телевидение в Молдавии. Ну да. Прайм публика, телеканалы Плохотнюка. Молдова Уны без Плохотнюка и Филата, без их разрешения ничего не показывает. Я вам говорил по телефону, я тогда находился в Германии в клинике, я вам говорил, не спешите, к этому надо готовиться. Нужно подготовить хотя бы 2 интернет-телевидения,
Нужно подготовить людей, чтобы вся страна про это узнала. Нужно пригласить зарубежные телевидения, если не тут наши. Потому что получается, что то, что вы сделали, обсуждается среди людей. Но так как вы были задушены информационно, это нигде. Вашу пресс-конференцию в Кишиневе, я не знаю, участвовал ты в ней или нет, но было какое-то количество лидеров, которые делали пресс-конференцию, которые не показали ни по одному телевидению. Ребята, это, к сожалению, был полухолостой выстрел. Могу вам сказать одно. Если не решится проблема, если она не решится, они будут продолжать этим же путем. Сегодня они что придумали? Помните одно заявление, что Румыния готова принять в холодильнике на хранение молдавскую продукцию. А знаете почему? Потому что Румыния — это одна из европейских стран, против которых Россия еще не ввела санкции. И будет то же самое, как было с польскими. Вы все знаете, как польские яблоки в атаках на таможне превращались в молдавские. И поэтому сегодня очень 10 баллов американцам, к сожалению, за то, что они сегодня затащили Молдавию в Евросоюз. Убили экспорт молдавской продукции на Россию, а румынам открыли шлюз, потому что, вы понимаете, прилавки там пустыми быть не могут, и есть запреты на Польшу, другие государства, а Румыния туда не входит. Шифрации пестить пруд, будут либо продавать наши яблоки по молдавским документам, у вас будут, они вам будут звонить, говорят, мерли телес стрыком фризидер, вари целией, вари дели маевтин. А пойдут они туда, понимаете? Я хочу поднять вопрос, чтобы не было спекуляций, потому что замещать румынской продукцией рынок, который был молдавский, это не совсем правильная ситуация. Будет ситуация, что вас надо будет поддержать, поверьте мне, я человек, который не боится всех тех, которые там выступают и говорят о том, что я являюсь угрозой национальной безопасности, поэтому не регистрируют нашу партию. Вы знаете, я готов стать угрозой национальной безопасности. Поверьте мне, я найду и 100 палаток, и 2 бензовоза солярки. И не будут показывать они, я сделаю так, что Евроньюз будет показывать, что происходит в Молдавии. То есть просто для того, чтобы выходить на такую акцию, я говорил вам, Саша, по телефону, нужно видеть концовку, понимаете? Потому что если ты не видишь концовку, вот просто выход, не имея четкой задачи по финишу, она как бы, к сожалению, заканчивается, как Владимир Николаевич проводил митинг за таможенный союз 23 ноября. Вышел, спел «Вставая страна огромная», потом говорит, сейчас ВАКАС, я вас через год позову. И так два раза он мобилизовывал людей, люди устали от этих бестолковых поездок. Если я пойду на площадь один раз, я оттуда уже не уйду. Да, я понимаю, что сегодня тут присутствуют в том числе работники СИБа на этой встрече, которые опять напишут, что я угроза. Вы знаете, они мне ничем не запугают. И если надо, проведем концерт на площади. Как я вам говорил, я поставлю ночью краном 5 мерседесов на крышу правительства. И скажу, первые 5 молдаван, которые окажутся на крыше, получат по мерседесу. И захват правительства займет 5 минут, понимаете? Мирными целями. Пусть стоит Фолдер, Пантера и так далее. Еще такой маленький вопрос. Вот так и к нам приедете вы. Вас много там знают, много вас ждут там. Ребят, обязательно приеду. Сегодня я пытаюсь поехать хотя бы по одному разу в каждый район. Может, что они делали? Они до сих пор мне создавали кучу проблем. Чтобы я специально не мог выезжать в территорию, знакомиться с людьми и так далее. Поэтому я обязательно попаду во все крупные города, может быть, населенные пункты малые. Вот сколько успею. До выборов обязательно заеду. Не успею до выборов, поеду после. Главное, я думаю, что так как очень много людей в районах, которые реально имеют очень большое количество вопросов, я думаю, в один день организовать 10 видеокамер по всей стране. На юге 3, 3 в центре, 3 в северных районах, которые будут переезжать из одного районного центра в другой. Я делаю прямую трансляцию, договариваюсь с одним телевидением, делаю прямую трансляцию, где Ренат Усатый с 12 часов дня до 10 часов вечера в прямом эфире отвечает на все вопросы, где люди будут видеть меня в мониторе, я буду видеть их, чтобы люди не стеснялись, подходили, спрашивали о чем угодно, потому что, чтобы у людей не сложилось впечатление, что я не хочу приехать в тот или иной район и так далее. Я просто сутки, к сожалению, имею всего лишь 24 часа, не 64, как бы мне хотелось. И так мы спим по 3-4 часа. Поэтому постараюсь
и в Атаке доеду, у меня следующая поездка, это будет следующая неделя у нас съезд, после съезда это будут Атаки, Бричаны и Дандюшаны, вот это будут выходные, 3 дня, я обязательно там появлюсь. Так как я говорил за политику конкретных дел, значит, я сегодня видел, присутствовало несколько батюшек здесь, я человек верующий, кстати, я борюсь за то, чтобы не получился вот этот западный план по расколу молдавской церкви. Они все пытаются утащить нас в митрополию Бессарабии, хотя вот мы всю жизнь как-то там были и так далее. Поэтому, так как я за политику конкретных дел, значит, церковь получит в нашем офисе от меня помощь 50 тысяч лей. Детский игровой комплекс для детей Окницы, который будет установлен в сентябре месяце. То есть игровая площадка с качелями, потому что я ничего хорошего сегодня не видел. То есть, чтобы как-то хоть внести свою маленькую лепту, оставить вам какую-то память об этом визите, потому что есть вопросы, которые нужно делать сегодня. То, что можно делать сегодня, зачем делать после выборов, если можно сделать сегодня? Я несколько лет по возможности пытаюсь решить одни другие проблемы. К сожалению, не могу помочь всем гражданам страны, прошу их не обижаться, потому что я один иногда просто приходит в офис, и ну, там просто что-то нереально творится. Поэтому вам большое спасибо за то, что пришли. Спасибо работникам милиции и СИБУ, которые за нами наблюдают. Спасибо тем, которые обзванивали лидеров и работников госпредприятий Синемерджи, Лантунири, Кулусата, Асайбы, Проблеми, Лалукру. То есть они пока сегодня работают на нас и делают все для того, чтобы у нас к выборам мы могли претендовать не на 13 мандатов, как вы говорите, Анатолий Михайлович, а на все 20. И поверьте мне, что, как я говорил, моя задача жить так, и вести себя так, чтобы я мог перед вами также говорить через год, через 2 и через 10. И сегодня, если я хожу с большим количеством охраны, я не хожу с охраной от людей. Я хожу с охраной от этих негодяев, которые руководят страной, потому что могут подстроить ту или иную провокацию. Не переживайте, я вас не подведу, не предам, а все мимо порвем парус. Спасибо. Визовый режим, вы знаете, там может закончиться не только, отношения с Россией могут закончиться не только визовым режимом. Почему сегодня? Я пытаюсь убедить, что простые люди, рабочие на стройках, те, которые экспортируют фрукты, они ни в чем не виноваты. Но я понимаю ту сторону, говорю, слушай, нам врут с 2001 года. Они у вас постоянно пророссийские тогда, когда им надо. Они ничего не делают. И сегодня мы хотим, чтобы люди понимали реальную картину, и все то, что происходит, это результат вот этой бездарной внешней политики, которая есть со стороны Молдавии. Поэтому проблема с визами, если мы не сместим этих идиотов, она на самом деле может оказаться. Понимаете? Поэтому сегодня в первую очередь нужно отменить договор, подписанный с Евросоюзом, дать людям 2 года разобраться. Мы как получим нейтралитет, поверьте мне, все проблемы исчезнут автоматически. И сегодня, что мне нравится у русских, они нас не тащат в таможенный союз, как тащат нас вот эти товарищи. Вы все видели за последние 4 года огромное количество европейских чиновников, первых лиц государств, первых лиц Соединенных Штатов Америки, которые прилетали в Молдавию каждую неделю. В Криковские подвалы работали иногда в 3 смены. 18 министров иностранных дел всех стран Евросоюза. Русские в это не вмешивались, поэтому сегодня они их обвиняют за то, что один раз прилетал Рогозин, и, по-моему, еще кто-то прилетал из российских чиновников. Поэтому мы должны разобраться. Перед вами должно выступить молдавское правительство, которое будет. И нужно это делать сразу после Нового года, если не перед Новым годом, сразу после выборов, если оно будет сформировано. И вам должны объяснить плюсы и минусы от евроинтеграции, плюсы и минусы от таможенного союза и плюсы и минусы от того, что Молдова сохранит нейтралитет. У нас не было возможности, никто, ни нынешняя власть, ни предыдущая, даже не попыталась
получить те преимущества, которые дает нейтралитет Республики Молдова. И сегодня то, что мы подписываем договор, который придумали другие, это то же самое, как футболисты едут играть в другую страну и забыли взять с собой вратаря, понимаете? То есть это... Поэтому договоры подписаны, они его сами не прочитали. Вот я вроде, слава богу, говорю на английском, французском языке. Я просто начал читать этот договор, там 700 страниц. Поверьте мне, даже если молдавский премьер-министр, если бы он его реально прочитал, у него бы на это, так как у него еще другая работа, он должен был его читать как минимум полгода, а то и год. Они у нас умудрились его изучить там за месяц или за два, понимаете? Поэтому там никто не разбирался. Никто вам не показывает, что для того, чтобы Молдова вступила в Евросоюз, тормоза на велосипедах должны быть такие-то. Я хочу их увидеть. Кто поедет по селам собирать велосипеды и говорит, можешь вон, да бичиклета, ну не принес, как на Европу. Со скимбом тормозала бичиклета. Ну вы понимаете, это смешно. Вам это никто не показывает. Никто не показывает. 20 тысяч тонн винограда они у нас берут. 600 тысяч тонн у нас его в год. И касаемо остальной продукции. Зато министр экономики недавно у нас подписал договор о свободной торговле с Турцией. Хотя это надо было объявлять чрезвычайное положение в стране после такого договора, потому что у нас опять появятся красивые разноцветные яблоки, пластмассовые яблоки и помидоры, которые вы видите, потому что там есть очень качественная продукция, а есть, к сожалению, где выглядит красиво, но вкус, сами знаете как. Можно орехи иногда колоть этими яблоками и помидорами. Поэтому сегодня, вот подписывая такие договоры, я знаю один из заводов недалеко от Едини, где отдали украинцам эксклюзив на экспорт яблочного концентрата, который является самым лакомым куском в производстве. Понимаете? Сегодня дали имя из-за того, что кто-то получил миллион долларов. Это то, про что я говорил. Иногда чиновник молдавский берет 10 тысяч долларов, а наносит ущерб на миллион долларов. Но главное ему, что он 10 тысяч заработал. Они же, понимаете, они вот приходят, никто, спросите любого из них, слушай, покажи план на этот год, на следующий и так далее. Там план только по распилу, понимаете, вот план по распилу. Сегодня, да, есть такие вещи, которые, как все говорят про контрабанду спирта. Некоторые присутствующие здесь, я видел, есть даже специалисты, присутствующие на собрании сегодняшнем, и те, которые покрывают этих товарищей. Значит, вы знаете, сегодня, если Украина принимает спирт, а это не наносит ущерб экономике Молдавии, я вообще открыл бы шлагбаум, чтобы спирт они принимали круглосуточно. Они своей экономике вредят, а не нашей. Да, сегодня за такие вещи, как производство левых медикаментов в пригороде в Кишинево, а потом вы смотрите по телевизору, что что-то люди у нас не просыпаются после наркоза. Вы помните, 2 года назад, потом до этих людей просто надо просто сажать пожизненно, понимаете? Надо сажать и не бояться об этом говорить. Сегодня полная переаттестация должна быть в судебной системе. За штат должны быть выведено все МВД. В МВД, в силовых структурах есть нормальные ребята. Им никто не дает подняться, потому что у нас после выборов комиссаров меняют местами, как их всех, за штат. Потом переводят с одного района в другой. Потом придумали вот эти реформы. Как может гражданский человек управлять силовой структурой? Это преступление. Это у них может Кончита быть министром внутренних дел, но мы-то еще до этого не дошли, понимаете? У нас руководитель МВД, руководитель СИБа должен быть профессионал из системы, а ни в коем случае гражданский человек, который в этом ничего не понимает. Сегодня нужно ликвидировать Центр по борьбе с коррупцией как главный источник коррупции в стране. Сидит 4 этажа народу и думает про комбинации, как что сделать. Да, среди них тоже есть нормальные ребята, которые будут переведены в экономическую полицию. У нас слишком много структур, которые борются с коррупцией, с улучшением жизни людей и так далее. Но это все, к сожалению, сегодня не работает. Сегодня каждый думает о своем личном обогащении, и все понимают, что... Как они говорят, Ренат, понимаешь, ты политиком никогда не станешь, потому что настоящий политик должен правильно все людям обещать, а перед следующими выборами должен им объяснить, почему у него не получилось. Вот это настоящий политик. Я говорю, послушайте, вот я буду говорить то, что думаю и про вас, и для меня очень важно. Я человек, который в жизни
отвечал за каждую запятую в том, что я говорю, за каждое свое действие. Поэтому для меня очень важно, чтобы на заборах и зданиях не писали то, что пишут сегодня про них, потому что я вот на это как-то реагирую очень отрицательно. Поэтому все у нас будет в порядке, вы их никого не бойтесь. Тем, которым говорят, да канаду из три уаменьте, да, уфары, деломол телеком, с налоговой, с полицией и так далее. Дают продовольственные пакеты, берите, ничего страшного, берите пакеты, потому что у Филата с Плохотником столько денег, что они могут, кстати, выкупить все ваши яблоки и виноград на ближайшие 5 лет, понимаете? То есть, чем раздавать пакеты, вот я бы обратился к Филату Плохотнику, покупайте виноград, яблоки, раздавайте. Я, кстати, тоже где-то на 1 000 000 лей готов купить, чтобы все не говорили, что я перекладываю ответственность на других. Да, у меня нету тех денег, которые есть у них эти деньги есть. Потому что, поверьте мне, главное сегодня, я сделаю все возможное, невозможное, чтобы вернуть доверие граждан государству, которое утеряно за последние 20 лет. И потом Филат с Плохотником пусть хотя бы черную икру раздают людям перед выбором, люди будут знать, что делать. Все, спасибо, извините за то, что если задержал вас. Передавайте привет всем тех, которых сегодня нет. Нет, по личным вопросам я в микрофон говорить не буду, это будем обсуждать сейчас после встречи, без камер и так далее. Если нет, да, пожалуйста. Vreau să mă mulțumesc mult pentru că ați venit, ați găsit timp și ați venit aici la Ocnița să fiți alături de noi. Deci vreau să spun la toată lumea că nu l-am cunoscut personal pe domnul Renato, dar din rețelele de socializare cred că toți îl cunoașteți. Este interzis în televiziune, dar faptele lui bune se văd și personal am văzut lucrurile lui și vreau să spun că este un om cu suflet mare, cu inimă mare și aș vrea să-l susținem că programa lui care am citit-o și vreau să vă recomand să o citiți și dumneavoastră, dumnealui nu spune că este un program, este visul lui cel mai mare și citind acest vis al dumnealui, aveam impresia că citeam și visurile mele. Deci, dumnealui cunoaște toate problemele care le aveam noi, oamenii simpli. Și a dat bunul Dumnezeu că a apărut dumnealui și care vrea să fie alături de noi și vrea să rezolve într-o oarecare măsură aceste probleme. Și am vrea ca să fim alături de dumnealui și îmi place și deviza lui. Сила в правде. Потеря есть на девер. А кто прав, тот сильнее. Да. Поэтому это мы докажем. Мулцумес фрумас пентрун кредери. Дарим мулт и мулт и сукчеси. По мулцумес пентрун кредери. Поцова осигур к вафе аша с креску местим программ, кому смотря бы. Почему у тебя такая маленькая программа? Ну, то есть, просто есть некоторые партии, где программа как работы Ленина. Вы когда дойдете до середины, забыли, с чего она началась. А также мне говорили, Ренат, я когда у меня вас раскрыл фарти пуцентис при реформе линагрикультуры. Я также честно говорю, что я мог бы дать $1000 специалисту из Министерства сельского хозяйства, и он бы написал бы для вас сказку, что вы бы все лидеры плакали, когда ее читали, понимаете? Но сегодня, если нету готовых формул для решения той или иной ситуации, об этом надо не стесняться говорить. Я же не извиняюсь, что я не виноват в том, что я не являюсь сегодня агрономом. Да, я изучаю ситуацию, смотрю, как даются кредиты. Смотрю сегодня о том, что банки в Молдавии принадлежат, они их контролируют 3 человека. Поэтому вы понимаете, как они между собой решили такие процентные ставки на кредиты. Сегодня они придумывают эти схемы. Евро стоит 16 лей, сдают, покупают евро за 16 лей, через Нацбанк поднимают до 19, через месяц сдали, заработали по 3 лея на 1 евро, а в месяц это заработок примерно 50 миллионов евро, чтобы вы понимали. Это вот эти скачки, которые вы видели за последние 3 месяца. Вот считайте, что каждый месяц товарищи зарабатывали 50 миллионов в месяц. Поэтому все вот эти умные ситуации, я их знаю. И это еще одна из причин,
из-за которой нас не пускают на новости. Также я вам говорю, когда я говорил, я вышел на Акчен ТВ, это коммунистическое телевидение, все знают, Красный канал, и выступил против Воронина. Владимир Николаевич Воронин отправил ко мне на переговор Олег Владимирович. Послушайте, я не боюсь выходить на дебаты с Ворониным, с Филатовым, с Плохотнюком. Проблема в том, что они со мной не выйдут ни на один дебат. Я-то готов и завтра, и через месяц, и через два. Потому что мне есть что сказать, и есть что аргументировать. А им сказать мне нечего. То уголовное дело, что мне возбудили по контрабанде месяц назад, они написали, что... Дупа информация ностра, усаты, прин контрабанды, матинку, аду, сансары, шапти, милюани, делени, щенчань. Я им говорил, что они идиоты. Во-первых, я потратил не 7 миллионов лей, а 20 миллионов лей. И сегодня, если они начнут возбуждать уголовные дела, надо возбудить всем молдавским гастарбайтерам, которые передают через маршрутки, через проводников. То есть вот всем людям, которые эти 1,5 миллиарда долларов в год передают. Молдавию хашим фасил, атес, басари, пенали. Понимаете? То есть... Я не боюсь ни этих уголовных, будет еще пару уголовных дел, ничего страшного. Мне главное, что я не буду им возбуждать такие уголовные дела, я буду возбуждать одно, понимаете? И для таких, как они, если надо, стану не только юристом, я стану и прокурором, и судьей в одном лице, поэтому все будет в порядке. Все, спасибо тогда. Я надеюсь... Мы с вами еще увидимся. Не могу, если честно, сказать, когда, потому что... Но постараюсь обязательно у вас появиться. И плюс, вы знаете, самое главное, это не выступать перед людьми. Сегодня, да, это вынужденное выступление, потому что отключены все телеканалы. Но вот как девушка подметила, спасибо большое за это, что про человека говорят его поступки. И самое главное, что вы были правильно информированы, что реально происходит. Большое спасибо вам, моим представителям, активистам, которые сегодня есть в Окнице. Они доносят реальную информацию до людей. Сегодня мы гордимся тем, что у нас уже больше 22 тысяч человек, членов нашей партии за полгода. И поэтому все будет в порядке. И молдавские шахматы, мы докажем, что это самый правильный спорт. Молцемез, брат, санатати. Да, Георгий, огромное спасибо вам. И всем, которые имеют вопросы, обращайтесь в офис. Спасибо, любим. Хочу закончить встречу одним интересным анекдотом. Он ни в коем случае не касается людей, он касается этих депутатов парламента, судей, умного министра внутренних дел, рюкзака Дарина Речанович. Ой, Дарина Речана. Лежал Брежнев при смерти, приходит Андропов и говорит ему, говорит, Леонид Ильич, вы меня оставите преемником после себя? А Брежнев ему говорит, слушай, Андропов, а люди за тобой эти пойдут? Леонид Ильич, не пойдут за мной, уйдут вслед за вами. Спасибо. Спасибо. У кого личный вопрос? Thank you.